Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно, считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен. Вот что она сказала. Будапештський меморандум – це політична декларація і не більше. Це не міжнародний договір. Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшлося про Будапештський меморандум, мені дзвонили з Німеччини і питали, що це. Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо. Госпоже послу жестко и по делу ответил Андрей Сенченко, народный депутат Верховной Рады предыдущего созыва, государственный общественный деятель. В своей статье на сайте «Обозреватель» Сенченко напомнил Анке Фельдхузен, что Украина, прежде чем подписать Будапештский меморандум, присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Это, в свою очередь, гарантировало разоружение Украины и избавление от третьего в мире ядерного потенциала и снижение напряжения в Европе. Вот подобные заявления могут нарушить международные отношения между ядерными и неядерными странами. Баллистическая ракета с ядерным зарядом может долететь от Северной Кореи до Берлина за 25 минут, отметил Андрей Сенченко. У президента України є моральне і юридичне право в будь-якому форматі та з будь-якої трибуни виступати від імені держави, яка більше за всіх в світі зробила для ядерного роззброєння планети. І ані в кого немає права принижувати цей статус і спілкуватися з нашою країною зверхньо, демонструючи втому від українських проблем і поблажливу готовність щось порішати за наш рахунок, за рахунок нашої території та нашої незалежності. С нами сейчас на прямой связи Валерий Кравченко, директор Центру международной безопасности. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Насколько подобные заявления, в данном случае посла ФРГ, отображают реальные позиции стран, которые вот озвучивают и смотрят на Будапештский меморандум и на те проблемы, которые возникли вокруг него? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что ФРГ не является стороной, которая подписывала меморандум. Поэтому это может быть как интерпретирующее заявление, как восприниматься. Это раз. Для начала, почему для нас важно, ФРГ, по крайней мере, входит в нормандский формат по урегулированию войны на востоке Украины? Конечно. Но тут вопрос сводится к тому, что Украина последовательно пытается продавить использование Будапештского меморандума, в том числе, чтобы увеличить количество акторов, задействованных в нормандском формате. Но для нас, в первую очередь, речь идет о США и Великобритании. И я могу сказать, что Будапештский меморандум на самом деле очень популярен на Западе. Потому что фактически, если признавать, что assurance, как они говорят, это не гарантии, то есть не guarantees, то есть это две разные вещи. Ну, по этой логике тогда, то есть Украина продала свой ядерный арсенал просто ни за что. И не получив никаких абсолютно даже заверений, там, скажем, которые можно использовать при вот такой кризисной ситуации, которая возникла в 2014 году. То есть это прямой вызов ценностям, прямой вызов украинской евроатлантической интеграции, европейской интеграции, потому что это отношение со стороны союзников. Как вы считаете, почему именно сейчас появилось подобное заявление? Я вам скажу, что это не первый раз, когда такое заявление появилось. Вот сейчас оно, возможно, потому что про него вспомнили в контексте, скажем, планов, которые там представляются в ТКГ и в контексте того, что сейчас идет поиск, чем может быть заменить Минск, в конце концов. Потому что ну, Кравчук уже про это открыто говорит, что если в Минске нас будут снова ставить к стенке, то тогда такой Минск крайне не нужен. А вообще про Будапештский меморандум уже говорят, дай Боже, с 2014 года, и наиболее активно это 2015-2016 год. Однако вот все разговоры заканчиваются там, где они начинались, что Будапештский меморандум — это не тот документ, который, как правильно сказала госпожа посол ФРГ,
который дает определенные гарантии Украине. То есть это не документ, это скорее политическая декларация, ну хотя и прописанная на бумаге. То есть, говоря простым языком, правильно ли я понимаю, что нам напрямую уже говорят, что Будапештский меморандум это Филькина грамота? Я думаю, да. То есть нам уже в который раз говорят, что не поднимайте эту тему. И, честно говоря, с 2016 года, когда нам первый раз это сказали активно, потому что, ну, если мы будем снова стоять на своем и говорить, что вот у нас здесь Будапештский меморандум, тот документ, по которому вы должны нас защищать, а вы нас этого не делаете. То есть что, какой следующий шаг Украина может сделать? Зачем вообще этот вопрос про Будапештский меморандум появился в том опроснике, который Зеленский под местные выборы поставил этот вопрос? То есть здесь что, речь идет о том, что завтра Украина будет восстанавливать свой ядерный статус? Ну, очевидно, что это абсолютно недопустимо, в первую очередь для западных союзников, учитывая то состояние нашего государства, в котором мы находимся сейчас. То есть это не только состояние войны с Россией, но и коррумпированная власть, откровенно говоря, с точки зрения особенно Запада. И это не самое надежное место, где будет находиться, там, скажем, ядерные боеголовки, аппаратуры. Андрей Сенченко пишет, что 16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, где одним из пунктов указано, а именно шестой пункт, цитирую, «Настоящий закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа». Не дает ли это украинскому народу право требовать от стран-подписантов Будапештского меморандума, в данном случае Соединенных Штатов и Великобритании, иного масштаба усилий по восстановлению территориальной целостности нашей страны? Понимаете, на русском языке или на украинском оно звучит, возможно, и так. Но на английском языке, на котором, в принципе, все общаются и понимают английскую версию именно этого документа, assurances — это заверение, а guarantees — это гарантии. Слово гарантии на английском языке там не звучит, там звучит слово assurances. То есть вот в этом основная как бы загвоздка и то, к чему цепляются наши западные партнеры, говорят, что вам никто никаких гарантий не давал. То есть вам дали определенные заверения, что, то есть, как бы для нас это вроде как бы одно и то же, да, то есть объективно. То есть, но для западных партнеров вот в одном слове на самом деле является и вот эта разница, она и находится в этом одном маленьком слове. То есть, правильно я понимаю, большего, чего делают, допустим, сейчас страны-подписанты Будапештского меморандума в направлении восстановления нашей территориальной целостности, мы требовать не можем, основываясь на Будапештский меморандум? Вы знаете, все зависит от воли вот этих самых подписантов. Если мы говорим про Великобританию, то мы понимаем, что Великобритания сейчас в процессе Брексита находится, и ей надо субъектизировать свое внешнее влияние. И для этого, кстати, вариант один из вовлечения, в общем-то, в переговорный процесс по регулированию Донбасса, он подходит. И тем более, что мы подписали с британцами неплохое военно-политическое соглашение, мы ждем помощи, ну, кредит на больше, чем миллиард фунтов на строительство кораблей. То есть, на самом деле, британцы могли бы. Американцы при администрации Трампа, конечно, не могли. При администрации Байдена будем смотреть. То есть все упирается в желание.